ключевой элемент или ключевой задача нашего бизнеса является это безопасная, эффективная добыча нефти и газа. Основной целью этого праздника является в очередной раз напомнить людям о важности безопасности и о той ценности, которую эта тема несет для всех, для нас, каждого в отдельности и в целом нашего коллектива. Терпимость к нарушению правил безопасности должна быть сведена к нулю. На нашем проекте, за пределами нашего проекта, в компании, в целом, в отрасли, ну и в повседневной нашей жизни. Касаясь темы дня безопасности ГМВП, используется принцип двух барьеров не во всех дочерних обществах, так неукоснительно используется. Поэтому это одна из самых главных практик, которую мы будем внедрять в себя. Для чего нужна пожарная безопасность? Для сохранения жизни и здоровья, для сохранения собственного имущества, имущества предприятий. Мы рождены приумножать, а не уничтожать. Внимание всем, говорит диспетчер СПД, объявляется учебная тревога второго уровня. Принято.